Одним красивым уголком в Иванове стало больше. В пятницу глава города оценил благоустройство Троицкого сквера. Работы здесь в завершающей стадии. От изначального проекта он отличается на треть, потому что дополнительные пространства мы благоустроили. Вот здесь обход из плитки сделали, соответственно, убрали ларьки, остановочные павильоны, потому что они тоже, мне кажется, в городе излишне. Понятно, что сейчас остановочный павильон новый поставим, и мы видим, что пространство открылось. Это место теперь не узнать. Вместо зарослей из травы и кустарника – зеленые газоны. Но на этом озеленение участка не закончится. В следующем году мы здесь уже запланировали отдельной закупкой высадить дополнительные деревья со сформированной кроной для того, чтобы именно в этом сквере создать еще там тень, уют. Может быть, это будут плодово-ягодные деревья. Городской сквер в современном стиле. Дорожки выложены плиткой, лавочки и клумбы выполнены из термобруса. Выглядит он как обычное дерево, но срок службы гораздо дольше. То есть он не подлежит воздействию в нашем климатическом поясе. Он не будет разрушаться, это термобрус, то есть довольно-таки долговечное изделие. Удалось ли создать комфортную для отдыха горожан площадку, судить ивановцам. Мэр решил спросить мнение прохожих. Люди жалуются, что деревья спилили, которые тут в виде кустарника росли. Это намного лучше, чем было проще. А лавки вам как? Тоже нормально. Вот начали прикольные лавки в городе устанавливать. Оригинальные. Остановочный павильон сейчас, конечно, поменяем. Ну, то есть в целом нормально, да? То есть можно дальше продолжить. Невооруженному глазу не видно, но под территорией сквера тоже произошли глобальные изменения. Здесь проложена ливневая канализация. Площадь Пушкина больше не будет тонуть во время дождя. По крайней мере, не должна. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.